Ханты-Мансийске вручили премию губернатора Югры в области культуры и искусства. За главный приз боролись почти 150 человек. Это юные музыканты, художники, танцоры и их педагоги из 9 муниципалитетов округа. В итоге премии удостоились 6 преподавателей и 60 юных дарований. Все те, кто внес наиболее значимый вклад в развитие культуры в регионе. Это победители международных российских конкурсов, выставок, олимпиад и фестивалей в прошлом учебном году. Добавлю, эту премию присуждают ежегодно. Ее размер 20 тысяч рублей. Для того, чтобы завоевать премию губернатора, нужно было проделать сложную работу, которая требует таланта, упорства, усидчивости, веры в себя и в то, что вы победитель.